Получается, вы собираетесь ходить по школам, агитировать, ну, абитуриентов поступать к нам в университет и заставлять преподавателей на день открытых дверей вести лекции. Вот так это будет происходить, да? Ты слышала, о чем мы говорили? Я внимательно слушала, более чем внимательно. Значит, смотри. Начнем с малого, с дня открытых дверей и с нашего мероприятия. Это два совершенно не связанных события. Это неделя профессии проект, это день открытых дверей. Понимаешь, о чем я говорю? Ты можешь их в интернете почитать, но когда ты их поймешь на практике, это все-таки интереснее. Хотелось бы, да, наверное, школьникам заранее определяться с выбором. И мы представляем им реальную возможность это сделать. Как ты поймешь, интересно тебе или нет? Матан третий, еще раз повторю. Об этом, к сожалению, ребята не сказали, но в плане проекта, допустим, день с группой, будет специально составляться расписание, к примеру, как один из возможных вариантов развития событий, да? Будут подбираться соответствующие интересные предметы. Наша цель не обмануть, наша цель заинтересовать абитуриента, да, чтобы он в дальнейшем пришел в военмех, подал документы, поступил, ну и не был отчислен. Спасибо. Есть еще вопросы? Мне думается, что этот проект где-то может иметь место на выходные без родителей. Да. Да. А почему нет? Да. Спасибо большое. Вопросов нет. Если действительно сделать то, как вы хотите, то, наверное, самое главное – зайти в школы. Да. Это очень сложно. Но если вы обратитесь, я вам дам номера телефонов, кто вам разрешит заходить в школу в открытую. Спасибо большое. Спасибо. Я. Да, профориентация.